Те, кто следит за моим творчеством, наверняка заметили отсутствие новых работ последние полгода. Все эти полгода я изучал Stable Diffusion. Сейчас я уже чувствую, что готов поделиться своими знаниями и наработками по этой нейросети. К тому же в последнее время запрос на обучение именно Stable Diffusion очень вырос. Но это не удивительно, это лучшая нейросеть для работы с изображениями, для генерации изображений. Это не будет курс в стандартном его понимании. Это будет закрытая группа обучения Stable Diffusion. То есть уроки я буду добавлять в группу постоянно, так как сам еще не до конца разобрался в Stable Diffusion, поэтому уроки будут добавляться. На данный момент доступно 5 уроков. Это установка настроенной сборки Stable Diffusion. Естественно, саму сборку я загрузил в группу, ее оттуда можно скачать. Это очень хорошая сборка, отличается от оригинала. Уже из коробки в этой сборке установлены и ControlNet, и реактор для генерации артов и фотографий уже с нужным вам лицом. И просто гениальное расширение для тех, кто плохо знает английский или не знает его в принципе. Просто пишите промпт на русском языке через запятую. Нажимаете Enter, он вставляется у вас в основную строку промпта и переводится автоматически на английский язык. Это очень имбовое расширение, оно очень сильно облегчает жизнь. Точно так же и с негативным промптом. Также доступен урок по русской локализации самой программы, так как от автора сборки она идет на английском языке. Обучение у меня и все уроки будут на русском языке, разберется даже ребенок. Обучение Stable Diffusion на русском языке я еще в интернете не видел. Может быть, конечно, мне просто не попадалось, но тем не менее. Уже доступен урок по генерации картинок. Доступен урок по генерации картинок с нужным вам лицом. И крайний урок, который доступен на данный момент, это обработка фото в Stable Diffusion. Я показываю, как при помощи Stable Diffusion можно обрабатывать фото. Для всех моих учеников, у кого пакет Gold, соответственно, это обучение бесплатно. Ссылочка будет в описании, просто подайте заявку, я вас приму. Для всех остальных присоединиться к моему обучению на данном этапе будет стоить 1000 рублей. Либо, если вы уже являетесь моим учеником, можно расширить пакет обучения до Gold, и тогда получите бесплатно. Цена этого обучения будет расти, соответственно, по мере выхода новых уроков. Но прошу не забывать, что для этой нейросети нужен достаточно мощный компьютер. Это минимум 4 гига видеокарта NVIDIA и минимум 8 оперативной памяти. Для записи, как обычно, просто напишите мне ВКонтакте. Спасибо за внимание, жду всех у себя на обучении. Обещаю, будет очень интересно и полезно. Пока.